хочу высказать слова искренней благодарности представительству ПРООН Беларуси, российскому правительству и, конечно, российскому посольству за предоставленный гуманитарный груз в это непростое время, ну и за этот дружественный шаг по отношению к нашей стране. Спасибо большое. У России очень хорошая практика взаимодействия и с детским фондом ООН, ЮНИСЕФ, и с программой развития ПРООН, и с той программой по поддержке промышленного развития стран. Но прежде всего мы говорим о той системе связи, которая по десяткам направлений определяет сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы сегодня передаем часть, так скажем, закупленных материальных ценностей, которые помогут нашим врачам более комфортно себя чувствовать при исполнении их очень и очень нелегкого долга в это наше текущее непростое время. Наш проект поддержки вступления правительства Беларуси в Всемирную торговую организацию выступил в поддержку Беларуси как в борьбе непосредственно с пандемией COVID и укреплении системы здравоохранения, так и ряде мер социально-экономического характера и поддержки экономики Беларуси. Мы очень благодарны за эти партнерства и надеюсь, что мы будем наращивать, развивать их дальше на поддержку социально-экономических приоритетов, задач и вызовов, с которыми сталкивается Беларусь.